Здравствуйте, с вами Поли. Сегодня мы поговорим опять о фотостоках. Если вы являетесь фотостокером или только планируете им стать, не забудьте подписаться. Сережка упала. Сейчас. Бывает и такое. Если вы являетесь фотостокером или только планируете им стать, не забудьте подписаться на канал Поли. Если мое видео вам понравится, не забудьте поставить лайк. И также пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Сейчас вы узнаете, сколько людей из каких преимущественно стран посетили три известных фотостока в прошлом месяце. Может быть, среди посетителей были и вы. Сегодня мы поговорим с вами о таких трех фотостоках, как Shutterstock, Vectorstock и Pond5. На Shutterstock в мае был небольшой рост посещаемости. Вот. И по странам статистика следующая. Индия 32%, США 15%, Мексика 6%, Индонезия 5%, Филиппины 3%. Ну, по моему объективному мнению, все больше продавцов и все меньше покупателей. И что искали на Shutterstock в мае, это в основном счастливый Новый год 2024 и лого WhatsApp, собственно, как и в прошлые месяцы. На Vectorstock тоже был небольшой рост посещаемости. По странам США 34%, Индия 31%, Филиппины 9%, Индонезия 3%, Великобритания 3%. Здесь, конечно, есть покупатели, но продавцов тоже очень много. И напоминаю, Vectorstock – это сток, на котором продаются только векторные иллюстрации. Что же здесь искали? Рождественские разделители, это различные разграничения, силуэт бабочки и иллюстрацию волейбол. И я иногда загружаю и на Shutterstock, и на Vectorstock, вот, но продажи идут весьма вяло. На Pond5 был рост посещаемости, этот рост в июне еще больше как бы продлился. По странам Индия 51%, США 18%, Пакистан 7%, Бангладеш 4%, Великобритания 2%. Здесь, я считаю, в большей степени продавцы и искали, судя по ключевым запросам, видео интимного характера. Я на Pond5 сейчас ничего не гружу, вот, и пока что не вижу в этом просто смысла, потому что это такой специфический теперь видеосток, на который заходят те, кто ищет видео интимного характера. Я такие видео не снимаю, поэтому не вижу смысла даже тратить на них время. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу фотостоков, занимаетесь ли вы ими и довольны ли вы своим доходом. Благодарю всех за просмотр. С вами была Поля. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Всем пока!